Итак, друзья, давайте сейчас порепетируем. Я буду кое-что говорить, а вы будете отвечать хорошо после того, как я произнесу хорошо. Хорошо? Хорошо? Вы готовы? Хорошо? Хорошо! Отлично. Итак, значит, у нас здесь представляет команда Comic Zone. B-Boy Guns, B-Boy Book. Поаплодировали им. B-Boy Guns, B-Boy Book. Хорошо? Хорошо. Отлично. Далее, вот здесь у нас команда 316, Smoke и Skinny. Поаплодировали им. Smoke и Skinny. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Вот здесь у нас команда «Сможем», «Снег» и «Юрок». Поаплодировали им. «Снег» и «Юрок». Хорошо? Хорошо. Вот сейчас плохо. Хорошо? Хорошо. Вот сейчас хорошо. Далее, друзья, сейчас у нас состоится батл в два раунда, то есть от каждого танцора по одному выходу, от двойки два выхода. Это понятно? Хорошо? Хорошо. Но все будет не просто так, не как обычно. Посмотрите, у нас здесь есть известный барабанщик в кругах Семикаракорска Муха. Давайте ему поаплодируем. Это Муха, хорошо? Хорошо. Хорошо. Сейчас диджей немножко отдохнет, а поиграет у нас Муха. И мы посмотрим, насколько хорош фристайл каждого из танцоров. Хорошо? Хорошо. Ну что ж, пусть батл начнется. Поехали! Экспериментируем! Кто начнет? Друзья, давайте немножко дадим круг энергии, круг энергии! Оп! Да ладно! Мука, давай потихоньку останавливайся. А хотя нет, нет, нет. Давайте пошумим, бивой снег. Ой-ой-ой!
хорошо. Ну как, хорошо? Хорошо! Разучились, что ли? Хорошо? Хорошо! Хорошо! Клим! Джаз! Ребят, давайте поаплодируем Мухе! Еще раз! И давайте поаплодируем вот этой девушке, которая направила нас на нужный путь! Спасибо. Итак, друзья, у нас сейчас выбывание одной двойки. То есть показываем на две двойки, которые проходят, получается, в финал. Ребята, вам все понятно, хорошо? Хорошо. О, хорошо, еще помню. Итак, Клим, Джаз, Стопут, 3, 2, 1. Остается... Ганс и Бука, и Смоук, и Скини. Спасибо, Юрок, спасибо, Смех.